Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такую вот штучку. Затычка для ванной, чтобы не пропускалась вода. Ну, вообще это не только для ванной, то есть она у нее 4 вида разных. Вот, изначально я ее покупала для раковины, потому что обыкновенная, вот у меня есть обыкновенная, она гораздо большего размера и у меня не влазит. И сейчас мы с вами все это проверим. Вот, сейчас мы ее откроем. Она легко открывается. Опа. Вот она вынимается. Так, это мы уберем пока. Так, ну, поскольку у меня здесь большая, то, наверное, как-то вот они... А, ну да, вот она. Просто вынимается. Это вот слишком большая. Вот она. То есть, в принципе, наверное, я думаю, ее можно потом одеть. Сейчас попробуем. Да, она довольно легко одевается. Это радует. А то я думал, как потом одевать ее. Думаю, это же кошмар. Так, ее мы снимаем. Сравним. Да, больше. Кстати, вот это жестче гораздо. Это вот помягче. Снимаем еще один слой. Ти-ти-ти-ти-ти. Один только. Один снимаем. Один там уже следующий влазит. Вот, остается такая маленькая. Вот она сейчас, в принципе, так же выглядит. Но сейчас пойдем вместе с вами к моей раковине и померяем ее. Подходит она или не подходит. Так, вот она видно. Так, это вот старая, смотрите. Старая она вот никак, видите? Никак не влазит и все. Новая. Так, тоже слишком большая, значит у нас получается самая последняя. Надеюсь, что она влезет. Опа. Вот она стала совсем маленькая. Да, она влезла, сейчас мы ее проверим. Включаем водичку. Вроде бы не пропускает. Даже не знаю, становится ее меньше или нет. Такая затычка мне нужна, чтобы, допустим, в раковине постирать. А не всегда стираешь в стиральной машинке, на самом деле, когда что-то очень мало, там штанишки, например, малыша, ради одних штанишек включать целую стиральную машинку. Вот, не очень удобно. Или полотенечко какое-нибудь маленькое. А тут вот замочилось все. Вода держится хоть немножечко. Вот, можно периодически будет подходить и набирать воды побольше. Да, она немножко спускает. Ну, в принципе, хотя бы хоть что-то, потому что вот эта она слишком большая, вообще туда не вмещалась. А тут хотя бы немножечко хотя бы держит. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментарии, какие у вас, пропускает или нет. И всем пока-пока.